Саженцы татарского клена геннала красиво смотрятся в парках и скверах. Очень часто их высаживают в местах отдыха, так как под густой ажурной кроной приятно проводить время в летний зной. Особенности татарского клена геннала. Крупномер достигает в высоту 8 метров. Листья трехлопастные, осенью они окрашиваются в желтые и красные оттенки. Кора практически черная, имеет темные бороздки. Татарский клен геннала особенно красив в период цветения, в начале лета. Дерево растет быстро, хорошо переносит морозы, тени, засоленность почвы. Нуждается в периодической подрезке для придания формы. Клен татарский геннала – это многолетнее растение высотой 600-800 см. В качестве места выращивания клена прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает клен татарский геннала в месяц июль-июнь-август. Цветы имеют слабый аромат. Лист этого прекрасного растения по форме трехлопастный. Весенняя окраска листочков зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желто-оранжевая, огненно-красная. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.